Здравствуйте! Вы смотрите журнал «Происшествий», сборник шокирующих и необычных ЧП. Самым громким на этой неделе стало крушение вертолета «Робинсон» над Телецким озером в Республике Алтай. Один из участников трагедии имеет непосредственное отношение к Алтайскому краю. Анатолий Банных родился в Барнауле 10 апреля 1968 года и до переезда в Москву строил карьеру и бизнес в нашем регионе. Владел активами в самых разных сферах, от энергетики и тяжелой промышленности до СМИ. По некоторым данным, это уже четвертое крушение вертолета, в котором пострадал Банных. Первое случилось в 2004-м. В горах Алтая, говорят, Анатолий Николаевич упал вместе с Дмитрием Дебровым. В предыдущих трех авариях алтайскому бизнесмену удавалось выжить. Какова его судьба на этот раз, неизвестно. В Телецком озере спасатели пока нашли лишь обломки вертолета. Пожалуй, самым шокирующим ЧП минувшей недели можно назвать гибель рабочего в селе Бурсоль на предприятии соледобычи. 31-летний слесарь упал в аппарат по дроблению соли. Название аппарата звучит устрашающе, и картина гибели человека рисуется жуткая, но на самом деле мужчину завалило глыбами соли. В разгар рабочего дня он находился в верхней части аппарата по дроблению и разбивал большие камни соли, помогая им пройти, не застревая. По какой-то причине мужчина не удержался и упал в приемник измельчительного механизма. Выбраться оттуда уже не смог, погиб на месте. По факту гибели идут сразу две параллельные проверки – Государственной инспекции по труду и Следственного комитета. За неделю ни тем, ни другим работодатель так и не смог предоставить техническую документацию, в которой бы содержались правила безопасной эксплуатации аппарата. Возможно, их никогда и не было, а механизм собрали из подручных средств прямо на производстве. Теперь коротко о преступлениях, которые можно назвать одним словом – начудили. Не любовь и голуби. В Камне на Оби один заводчик голубей украл 20 пернатых у другого заводчика. Якобы мужчины не смогли договориться о возможности обмена, и тогда 26-летний парень пошел на преступление. Похитил птиц, чем причинил ущерб хозяину в 20 тысяч рублей. Полицейские злоумышленника установили. Дело возбудили, голубей владельцу вернули. Правда, из 20 только 10, остальные якобы улетели. В Бийске полицейские разыскивают романтичного вора, который украл в цветочном магазине на глазах у продавца дорогостоящий букет из 23 роз. Парень взял в руки цветы, якобы для того, чтобы вдохнуть аромат, но тут же выбежал из киоска. Опять же, в Бийске инспекторы ГИБДД случайно поймали вора, дважды неудачника, который бежал к ним навстречу, улепетывая от потерпевшей. Парень украл у нее сразу два сотовых телефона. Нет, женщина не разговаривала одновременно по обоим. Она их достала из сумки у киоска мобильной связи, чтобы сдать в ремонт. Мало того, что злоумышленнику достались неработающие аппараты, так еще и далеко с ними ему не удалось уйти. Кстати, парень лишь в декабре освободился и, вероятно, вновь отправится за решетку. Помните песню Александра Малинина, в которой исполнитель просил корнета Оболенского налить вина? Этот романс у многих вызывает душевный трепет. Но известная и благородная фамилия в истории нашего государства оказалась запятнана грязными делами. В Барнауле осудили жителя Воронежа Алексея Оболенского за распространение наркотиков. Заезжего барыгу задержали сотрудники ФСБ в мае 2016 года. У дилера изъяли около килограмма синтетических наркотиков, которые он должен был разложить в Барнауле. На тот момент наркокурьером Оболенский подрабатывал около 4 лет. Обслуживал Краснодар, Волгоград, Курск, Новороссийск, неоднократно пытался завязать, но жажда быстрых денег не давала ему это сделать. Суд признал Оболенского виновным и назначил ему наказание 8 лет колонии строгого режима. Судебные приставы ввели новую форму оповещения людей о долгах. Так могли или могут подумать те, кому на сотовый телефон пришло или придет сообщение с информацией о наличии задолженности. В нем есть ссылка, по которой нужно перейти якобы для получения подробностей. Так вот, это обман, который придумали мошенники. В СМС сказано следующее. Федеральная служба судебных приставов извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до такой-то даты. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы можете найти в постановлении и ссылка. При переходе по ней телефон заражается вирусом, который, говорят, не распознается современными антивирусниками, зато способен нанести вред мобильному аппарату, использовать ваши личные данные по своему усмотрению и списывать деньги со счетов. Служба судебных приставов не осуществляет рассылку информации посредством электронной почты, СМС-сервисов, а также различных мессенджеров, таких как WhatsApp или Viber. Управление информирует должников путем автообзвона.
Но, пожалуй, самый точный способ получить информацию о своих долгах – зайти на сайт приставов и в банке данных набрать свои фамилию, имя, отчество. Если вы чисты, то никаких данных не высветится. Последние 7 дней запомнились перепадами погоды. Сначала температура воздуха была 0 градусов и мело так, что 5 загородных трасс перекрывали для движения. Теперь уже 5 дней морозы под 30 градусов. Холод сразу же спровоцировал всплеск пожаров в домах. Из-за неправильной эксплуатации печей или электроприборов ежедневно происходит около десятка возгораний. Погодный контраст сказался на том, что теперь пешеходам страшно ходить даже по тротуарам, не говоря уже о переходе проезжих частей. Везде гололед. Как себя правильно вести на зеркальных дорожках, расскажет сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Чтобы не допустить беды, рекомендуем пешеходу надевать подходящую обувь, желательно с плоской, не скользящей подошвой. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву и при этом слегка расслабьте ноги и оставьте свободными руки. Переходите проезжую часть только в установленных местах, дождитесь полной остановки транспортных средств. И напоследок вновь о полетах, но на этот раз романтичных, ведь во вторник был день влюбленных. В Хорватии трое парашютистов наглядно показали, как стрела Амура пронзает сердце. Они спрыгнули с самолета над Адриатическим морем, над островом Галишняк, напоминающим форму сердца. И своими телами изобразили стрелу, которая его пронзает. Правда, понятна их задумка была только с высоты птичьего полета. Добра, мира и здоровья вам! Увидимся через неделю!